Это ерунда. Зашел? Да, поехали. Обгоняю быстро. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. У человека две ноги, он быстрее, а лошади четыре. Он дольше. Всегда в кадре. Динамическая съемка называется. Я приветствую анапчан и производителей мобильной сети. Уникального производителя одного. Это кто у нас? Знакомый? Да, соседи по планете. Мы все живем на одном большом куске камня. У нас же в атмосфере всего 13 километров. Вот как отсюда до Ольховки. Поднять такой столб и все, дальше смерть. Поэтому нам нужно быть дружными. Мы все соседи. Не государство одной планеты. Сейчас направо. Куда-то мы не так, да? Ну ладно, езжай, 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 езжай. Следующий. Кто следующий? Главное, тормоза где? Ты его проинструктируй, как давить на тормоза. Это и передачу полегче сделаем. Так, тормоза, тормоза где? Главное, чтобы затормозил быстро. Уже смотри, как носится, а? Вот звери. Ну-ка, стой. Стой, давай, так. Расскажи свои впечатления. Ну-ка, скажи слова. Я поворачивать не могу, у меня нога тут застряла. Да, поворачивать тяжело, да? А кататься... Клёво? Клёво. О. Да. Садись. Ну кто следующий? Кто следующий? Давай! Думай на П! Вот производится регулировка наклона сиденья. С тем, чтобы было бы удобнее. Так, ну чего, можно садиться или нельзя? Сядешь? Поедешь? Не, тогда первый я когда кричу. Так, следующий, тормози. Хорошо? Да. Ой, отлично как. Следующий кто? Можно я? Можно. Можно. Держи. Ходи, держи. Ну, тормоза знаешь где? Вот эти. А? Вот эти. Вот эти, да. Главное тормоза. И... Маша, мама, поедешь. Мама, покажи пример, пожалуйста. Вывернулся, а? Вот молодец. Вот так вот. Вот какие легкие вещички предоставляют. Не гоните, не гоните! Давай, ты почему? Давай,
Эй, аккуратней на углах. Хватит гонять, сильно нельзя. Аккуратно, первый раз едете. Вы что, сразу гоняете, как на... Не задавите никого. Ой-ой-ой, мамочки.